Что происходит? Что вы делаете? Отпустите меня! Не забирайте меня! Никто не возвращается! Чаша, ты несешь с собой тень.
9 августа, 1839 год. Я весь в поту. Руки трясутся. Не знаю, кто в здравом уме смог бы провести ритуал ограждения. Удивительно, что темницей до сих пор пользуются. Слуги Александра привели пленника, убийцу, по его словам. Александр все приготовил, но сказал, что я должен сам провести ритуал, чтобы был эффект. Тень можно сбить со следа кровью другого человека. Убив этого мужчину, мы выиграем время. Что мне оставалось? Александр сказал, что выхода нет. Он спасает мою жизнь. Я не могу позволить себе споры.
гриппа. Только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу. Да? Твоя жизнь в безопасности. Верю. Только что это за жизнь? Стоит ли так жить? Помоги мне, потяни за выключатель. Рядом со мной. Спасибо. Я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа. А тебя? Даниэль. Тебя зовут как пророка, брошенного ко львам. Скажи мне, Даниэль. Львы уже окружили тебя? Ты хочешь остановить Александра? А, понимаю. Ты жаждешь падения Вавилона. Ты зря волнуешься, мой мальчик. Без сферы Александр беспомощен. У него есть сфера? Это совсем нехорошо. В святилище практически не пробиться, если в нем есть сфера. Можно пробить барьер с помощью другой сферы. Но Александр сломал свою, то есть мою сферу давным-давно. Неужели? Если ты говоришь правду, тогда дерзай, мой мальчик. Найди осколки сферы и собери ее. Полагаю, теперь он использует их для пыток. Они источают безумие, а ему это весьма полезно, как я понял. Их было 6. Посмотри на клиросе и в трансепте, мальчик мой. Они должны быть там. Не хочу тебя вновь беспокоить, но если ты действительно хочешь убить Александра, может быть, ты возьмешь меня с собой? Я знаю, это звучит глупо, только взгляни на меня. Но если ты найдешь что-то, связанное с человеком по имени Иоганн Вейер, можешь принести это мне? Он работал над тем, как спасти меня, над эликсиром, который освободил бы меня от этого дряхлого тела. Какой рычаг? А, этот. Похоже, все вещи Александра начинают ломаться. Погляди в другой комнате. Детали механизма спрятаны тут повсюду. Не сомневаюсь, ты найдешь способ починить его.
Кто я? Меня зовут Генрих Корнелий Агриппа. Знаешь, когда-то я был важным человеком. Барон Александр уже много лет поддерживает мою душу в этих останках. Не знаю, как долго. Возможно, века. Александр хитер и умен, но у него заканчивается терпение. Почему он захватил меня? Хотел-то он на самом деле заполучить не меня, а Йоганна Вейера. Как? Ты никогда не слышал о Вейере? Мальчик мой, он, возможно, величайший человек в истории. А ты не знаешь о нем. Неужели весь мир позабыл о нем?
Бейер был моим учеником. Моим? Да, я горжусь этим. Что в этом такого? Дела. Однажды я нашел храм Митры. Мне повезло, его не тронула рука мародера. Ты знаешь о митраизме? Впрочем, не важно. Вера древняя, храмы находились в пещерах. Их темные стены олицетворяли вселенную, а внутри верующие люди, наблюдавшие за вращением небес. У верующих было нечто, что связывало их с творением, с верой. Совсем немного. Я, словно Орфей, спускаюсь в царство Аида. Что тебе известно? О чем вы? Ни о чем. Забудь. Твоя интуиция весьма развита. Не уверен, что понимаю вас. Не бери в голову. В конце концов, это лишь миф.